Боец UFC Магомед Анкалаев вернулся домой после очередной победы. 27 февраля на турнире в Лас-Вегасе махачкалинец одолел спортсмена из Украины Никиту Крылова. На родине Анкалаеву и его личному тренеру Сухрабу Магомедову устроили торжественный прием. В аэропорту собрались порядка 200 преданных болельщиков. Радость победы вместе с триумфаторами разделили родные, друзья и земляки из Шамильского района. Ваши пожелания, ваши дуа, наши действия, наши тренировки, и все у нас получится вместе. Иншаллах, вперед. Всем салам алейкум, баракалла за все. Скромный перед публикой, в бою Магомед Анкалаев был неудержим. Поединок с Крыловым почти полностью прошел под его диктовку. Шестое подряд успешное выступление позволило дагестанцу подняться на 7-ю строчку рейтинга ведущих полутяжеловесов. Ну, планы у нас вершина, титульный бой. Поэтому пока не знаем, если кого выберут. Но я думаю, из топ-5 будем ждать хороших новостей.